Короче, мы переигрываем то, что было недавно, заново. Нам почему-то кажется, что мы можем изменить сюжет. Да, мы можем Аки Принц Персии вернуться назад во времени, все изменить, наебать Дахаку и все такое. Наша Дахака — это Бигфут. Вот единственное, только встречать его все же, мне кажется, стоит не в той ебаной палатке. А в этом доме, да? И не в этом ебаном дому. А смотри, в этом доме два этажа. Мы можем сначала на первый засесть, он дверь сломает, потом пойти на второй. Не, и речь идет о том, чтобы спрятаться там. Ну, вообще можно, да, на этом спрятаться. И тут речь идет не о том, чтобы открывать и закрывать дверь. То есть, как, смотри, надо, чтобы он... Блять, да что это за звуки? Смотри, можно вылетать в окно, но только вот не в это окно, оно закорочено. Не, смотри, можно, допустим, закрываешь все эти двери, да? Он через какую-то дверь вламывается, ты выбегаешь через другую дверь, лезешь на второй этаж. А на втором этаже можно спрыгивать с балкона, да, и забираться на первый этаж. Вот у меня такая идея в голове появилась. Вот его вот так вот можно наебывать. Блять, ебаный телефон. И, собственно, вот так вот можно и бегать всю ночь от него, на самом деле. Вот. Но он переключается на разные цели, вот в чем прикол. Ну, поэтому надо одновременно убегать вот в одну дверь, вот так вот, хоп, съебался. Так, ну, вот, хоп, съебался от перевази через оградку. Да. Ага. Ну да, тут только через дверь съебывать, окна же закрыты. Хоп, на второй этаж съебался, хоп, там и через балкон и сушу. Поскольку окна закрыты, предлагаю их занавесить, чтобы даже в глаза не бросались, блять. Мы ж попрячемся временно. А вообще надо подумать, с какой стороны он зайдет. Получается, он к нам должен зайти именно вот с этого хода, и в этот раз, блять, эта сука должна вот сюда попасть. Ты уверен, что с этой стороны? А потому что с той стороны он не зайдет, здесь ограда. Если бы он этому научился, это вообще пиздец бы был. У нас нет баллона, который я там нашел, когда последний раз выживал. Это хуёво, ну похуй. Да похуй. Мы и без этого справимся. А, по-моему, я еще видел, GPS все-таки добавили, но это, наверное, не на этой карте он сейчас будет. GPS это вот эта пулька, которой можно было его отслеживать. А. Ее вернули, кажись, но не факт. Так, я почитал, дед на 10% урона больше наносит еще. Дед? А я что делал? А ты, я не ебу. Я тебя не выбирал еще. Можешь свечку зажечь. На всякий случай. Бля, ну он сейчас придет, это точно, с этой двери. И надо его хорошенько принимать. Я вот даже думаю, поставить два капкана подряд, мне кажется, забагуется и не сработает второй. Надо будет по очереди, думаю. Не надо. Одного хватит. Второй поставим на втором этаже. Да. Во. Подожди, тебе не кажется, что он уже пришел, просто вот он тут за дверью стоит? Нет. Если бы он пришел, все бы тряслось к хуям. Сейчас будет, блядь, как в смешариках, нахуй, вот это чучело, которое ось аж слепил, блядь. Да-да-да-да-да. А мы, кстати, без фонариков сидим, типа, затаились, да, как мыши, ебать. Как мыши, как Копатыч с ось ашем. Со свечкой. Со свечкой, да, блядь, ждут эту чашку чая, нахуй, с трясущейся ложкой надо поставить. А мы не будем люстру включать? Нахуй надо. А вдруг ты на капкан нарвешься просто? Да, я, блядь, сальто сделаю через капкан. Бля, ну ты потом запись посмотришь, ты так угарно полетел, это пиздец, это мразь отхилилась. Безногий нигер. Так нет, это мразь не хилилась, она вот такая была. Он нас ищет. Мразь, ты где? А может я могу его позвать? У меня откуда-то камера ночного видения. Знаешь, как ты его можешь позвать? Смотри. Волшебная хуета на полке. А не, стой! Да ебать, вот это вот здесь выстави. Это знаешь что? Это его отпугнет. В крайний случай. Ну не сейчас, сейчас не активируй.
У нас в доме есть ебучий ми... Толя, капкан на входе. Знаю. Лезь обратно. Или ты переставить решил? Стой, я же зайти собрался. Блять, ну вот это вот ты жопой просто риск. Это чё, блять? Это чё за хуйня? Где? Это чё за дополнительные файры сейчас были, блять? Чего? Сначала эта хуйня посветила, потом еще сейчас файры дополнительные были, чё за параши. Нет, блять, кому делать нихуй? Блять, ну ты его типа решил привлечь, блять. Да, привлек. Только это должно было его отпугнуть, блять, а не привлечь. Но у меня есть в руке флейр, если чё, блять. Мы сейчас, мне кажется, всю ночь так тупо просидим здесь. Блять, да хуй его знает. Ну надо посидеть тут пока что. Мы ж не нашли. Нам чё надо? Нам надо найти, где стенд с воскрешением. Ебать, ты дрон опустил? Ну, поиграюсь, блять. А не понял. А в смысле нет сигнала? В смысле нет сигнала? Не понял, блять. В смысле, блядь, нет сигнала-то, ёптум. А, тут не нет сигнала, тут нет заряда. Надо было так это сделать. О, я след нашел. Ну чё, это чучело собирается идти? Этого чучела нету вокруг, я его не вижу даже. Бля, ну вот это вот, конечно, уже интересная система, то, что его может просто не быть. Просто не быть. Да, а чё, блядь, интересно? Бля, знаешь, что в Рейке было страшно? То, что там пиздец темно было. Здесь не так темно. Да не сказал бы то, что там вообще темно-темно было. Ну там, блядь, свет такой был, вот этот, от фонарика. Совы ебаные, он здесь. Ой, блядь! Он попал в капкан? Он в капкан, да, попал. Он... Надо еще один ставить, бегом. Я еще один поставил, отходи. Блять, ты его сбил, да? А нет. Дверь, блять. Да, блять, ты встал, сука, с твоей дверцей. Я тоже нажал на дверь. Блять, съебываем. Он внутри здания, батя в здании, блять. Да, он наоборот снаружи. Он уже снаружи. Я его, сука, вот так вот водил. Блять, он тупой, короче, он. Блять, стой. Он ко мне или не ко мне? А где он, блять? Он, блять, ходит влево-вправо, я нахуй эту перевод. Стой, дай постреляю, где он, блять? А, вижу. Ай, сука, ладно, безопасно. Блять, ко мне полез. Он выпрыгивает оттуда, не стреляй сейчас. Он дверь-то будет ломать или чё? Да он заебал, где он, блядь? Я его забайтил, типа, или чё? Он где есть-то? Да он на первом, блядь, на первом, сука, ой, он на первом этаже. Тебе пора съебывать. А, теперь он у меня. Готовься тикать. Ебать. Все, он спускается. Нам пизда. Так, ну давай принимать его, хуй с ним, давай. Да ты заебал, ёб твою медь. Блять, хуль ты так больно драться стал? О! Ебать, надо его байтить, давай. Ну, я этим всю ночь занимаюсь. Блять, он такой угарный, если честно.
Ну и чё ты, блядь, чучело ебаное. А где он? Съебалося? Чучело ебаное, иди сюда. Слушай, мы, кстати, в плюс ушли. О, блядь! Нет, мы в плюс не ушли. Я хотел сказать, меньше аптек потратили. А, ну да, конечно. А ты хуль так упал-то сильно? Ебать, он побежал, нахуй. Ебать, ты, конечно, грохнулся. Залутаю-ка я капканы. Ебать, ты капканов высрал. Ебать, я попал в него за километр. Блять, дружище. Тут можно было скатиться как человеку. Да я упал просто с горы, с обрыва. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Не расскажем ни о нем. А, нет, да. О, я тебя вижу. Это кто нахуй? Это он такой непрорисованный вдалеке. Это я. Да ну нахуй. Ай, долбоёб, больно. А чё, попал? Да. Урон нанес, да ты гонишь. Ну, урон хуй знает, но ебло красные стало. Я подумал, это он, потому что он в ту сторону убежал как раз. Не, это я. Чё делать-то будем? Ну, пойдем по дорожечке. Эта хуета сейчас будет жрать зверей и хилиться. Он уже... Да, пошли по дорожечке, блядь. Бля, я забыл там поцарапанное дерево сфоткать, ну похуй. Успеет он еще нацарапаться, блядь. Нам надо найти воскрешалку. Да, вот. Да, серый, сука, блядь. Пидор. Угу. Где вот мы не были с тобой? Да, блядь. Успел? Ну, наверное, да. А мы не были с тобой в правой части карты, надо там идти изучивать. Изучивать, а изучать. Да, изучать. Блядь! Чё? Ты чё сделал? Меня улетел. Какая? Ты тесак. Капкан бросил, блядь? Я тесак бросил. В кабана? Ну да, есть тут один такой кабан с винтовкой, блядь. Кабан с винтовкой, блядь. Да, сука, заебал кабан орать. Ебать. Его можно переебать гаечным ключом. Да, еще топором. Да ты заебал. Ты тоже заебал. Да, попал. У тебя теперь в трусах торчит монтировка где-то. О, ой, вот она где, эта хуйня, ебать. Реально? Не так далеко, о, в натуре, не так далеко. Блять, вот надо запомнить по карте. Блять, это так было просто, я его охую. Ну, да, подожди, я чё, стой. Я дюпать могу предметы, вот, да, блять, стой на месте, стой на месте. Я чё в тебе, предметы дюпать могу, что ли, или как, я не понял. Или у меня просто 2 ома было все это время? Было 2, скорее всего. Время-то идет. Пошли изучать горы. Мы поняли, где можно воскрешаться. Так ты метку-то поставь. А метку нельзя поставить. Вроде как. Это не арк, дерево ты не добудешь. Сука, у меня синдром Майнкрафтера, надо добывать уже. Просто добывать, чтобы было.
Нам надо с тобой в Фазму пойти поиграть. Прикольная игра, веселая. Можно материть семью призрака, и он к тебе придет гарантированно. Да. А ее еще и обновили тоже недавно. Ну, мы играли недавно вот как раз таки со Шкуном. Я взял эту говорилку и просто начал на английском материть просто маму. Да, только призрак-то русский был. А так нет, как только я сказал ему, что если ты нормальный мужик, приходи, он тупо взял и пришел. Ага, заебись. А, именно по таймингам приперся. Ну, вообще он должен на русские слова реагировать. Ну, или у него в крови все равно английский. У него в крови все равно английский. Ему говоришь come to me, он приходит. Блять, вон туда нам надо. Туда нам надо. А, пошли опять в эти палатки, в которых я был в прошлой жизни. А что вы там с тобой забыли? Лут. И пароль там. Там пароль, наверное, от того дома, в котором я был. Понял прикол? Пидор этот прибежит, блядь! Хуя себе! Блять, так пошли его ебать, похуй. Ёжик, сука, мы его нашли. Слушай, я лично охуел. Да ты его не заметил, он бежал за тобой, прям. Да я охуел. Бежал. А, вот здесь палатки вроде были. Он все правильно нас ведет. Он нам дорогу. В натуре дорогу показал. Вот и палаточки. Вот и лагерь, вот цистерна, которую я ебану к хуям. Вот пароль. 1741, от чего? Надо возвращаться в тот дом, в котором я не открыл шкаф. Это где был? Это было вот в том доме. Короче, пошли вот сюда. Вперед, просто вперед, похуй. Пошли. Мы засядем в этом доме эту ночь. Воскрешалка, где мы поняли, это охуенно. Это реально охуенно. Ну, да, да. По-другому не скажешь. Да, вот в этом доме сейчас я попробую этот пароль. Да, дверь у нас новенькая, все охуенно. Ну. О! Автоматец. Который я взял. Ебать. Ну, дед урона больше наносит, мне было выгоднее взять. Так, ну чё, мы его здесь будем оформлять? Конечно. Окна занавешивать не будем, мы через них съебывать будем. Конечно. Так, это ебанул. Гость нашей программы цистерна. Цистерну взорвешь, когда он в капкан попадет, понял? Mm-hmm. Телек смотришь? Mm-hmm. Ну, развлекательный телек передача. Так, ночь пятая настала. Блять, ну автомат это охуенно. Сейчас я ему как дам залп, блядь. Ну, сам-то кайфуешь от Бигфута так-то, ну, по визуалочке. Ну, Фазма как-то, вроде графон такой же, но она мрачнее. А нахуй ты дверь открыл? Чтобы он все-таки... А он пока будет дверь ломать, мы же его дамажить можем, пока он дверь ломает, это тоже время. Этот пидор захилился, еще раз. Все равно мы в этот раз лучше играем, мы хотя бы живы. Хотя бы живы. И аптеку я одну заюзал, а не все. Если что, в крайний случай останется на кого-то из нас. Ну да, хорошо. Через окна можем съебывать. Что-то телек долго робит, он обычно вырубается. Не, да хули. Вот теперь все.
Блять, у меня у деда такой же телевизор стоял. Ну, похоже. Я и хуй там. Погодка на улице классная, снежочек. Ёбаный снег, ненавижу снег. Он наводит тоску, депрессию. При этом он сказал, что хочу играть на зимней карте, ибо Новый год. Мне снег нравится только в играх. Вживую меня снег очень сильно бесит. А что у меня в моем Крыму, сука, никто никогда не готов к зиме. И это пиздец в городе начинается. А, хуль мы тупим, тут вот этот же есть. Я специально включил подразнить. В капкан не наступи. Ну, он же, сука, в эту сторону бежал. Где он сейчас? Хуй его знает. Заскамили мамонта. Как только попадает, взрывай к хуям. Да я, меня оглушило, друг. Я через окно съебываю. Так, хорошо, идем. Ау, сука. Ау, 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 ау. Пусть ко мне идет. А, лох, он в капкане, он в капкане. Я новый капкан перезарядил. Блять, я в окно не успел. А, сука, аптеку юзаю. Пока этот дочь, как-то бой стоит на месте, не убьет, я. Мне не стоит. Ой, блядь. А ему дачьё, блядь, его отпугивать надо. Если ты лежишь. А! Ты встал, я думал, тебе пизда. Чё, ещё раз его здесь оформим? Где он? Он съебался, мы можем перезарядить капкан. Нихуя там. А чё я стрелять не могу? Ничего не стреляю. Бля, через окно в дом залезай. А не, похуй, стреляй. Я его в капкане поймал. Мы его убьем, и ты. Да я ж успел, блядь. А, он урона не нанес, прикинь. Он испугался, видишь? Вижу. Так, еще раз капкан делаю. Делаю. Так, еще раз капкан. Слушай, так мы его добьем. Хули мы. Блядь. Только через окно! Ой, блядь, я аж прихватило. Я думал, ты сейчас нарвешься. Уже утро? Мы ж только начали. Ебать, я нахуй. Выходь, закатился на... Блядь, дурак. Не успел ты в окно. Надо добивать эту суку. Куда ты меня? Слышь ты, мразь, во имя добра и всего прочего, идешь ты нахуй. Лох. Блядь. Да сгори оно огнем. Да все, он будет. Синим пламенем. Мэнни, быстрее, давай. Не, не так, иди в целом не резь, я выберу. Нигро было убито. У меня аж, блядь, фаер закис от грусти, блядь. Нигро де мор. Ну, у меня осталась аптека тогда на меня. Которую я пока юзать не буду. Я пойду тебя резать, согласен? Ясен хуй, что ты согласен. Патроны на автомат кончились, на дробовик тоже кончились. Эту мразь мы нихуёво продамажили, заметь. Вот что называется, переиграли. Ты доволен результатом? Да, конечно. А теперь у меня к тебе вопрос. Ты теперь уверен в том, что мы можем его ебать со стандартным ХП? Да, Далек, я уверен. Я теперь вообще много в чем уверен. Ну все, я понял, в чем ты уверен, блядь. Поэтому
если мы сегодня пройдем эту зимнюю карту, а я нашел еще тотем, а я его завязать не могу. Да, у тебя максимум. Надо кабана ёбнуть, чтоб он, сука, не хилился. А, у меня лагает кабан, я не буду. Не надо, кабан вообще... У меня FPS, блядь, покинул чат, я не попаду в этого кабана. А чё у тебя с FPS-то? Просело. Ну, а вот... Ну, да, вот еще Bigfoot, он нифига не оптимизирован. У меня, я поснижал настройки, то 60, то 70, то 10. Непонятно, что там работает. Нестабилен, но очень-очень этот ваш Bigfoot. Ну, уже доиграть надо один раз его хотя бы уложить, угрыдушить. Так. И как? Смотри, какой я умный, блядь. Так. И... Может, кусок мяса положить? Блядь. А, ну... Оно... Кровь девственницы или чё, блядь? Чё делать-то, блядь? Эй, сука! Блядь, почитай в инете по-быстрому, чё делать. Я пока попробую. Так, ну. А что делать-то, блядь? Или я расположил хуёво? Может, посередине своего мертвого друга вы можете его воскресить. Чё надо сделать? Друга мертвого своего положить посередине, ну, и возвращайся за мной, ну. Блять. А я тебя поднять, что ли, могу, или чё? Посмотри. Ну, да как, ну, значит, можешь, по идее, если там на картинке круг валялся, там, на кругушке. Я сомневаюсь, что этот чел намеренно там умирал. Блять. У меня другой реакции нет. И ты вот хочешь сказать, что я старый пердун. Могу тебя закинуть на плечо и с тобой допиздошить? Ну ты же, сука, не старый пердун, ты ебаный ветеран, блин. Да вообще пиздец. Ты нахуй море по колено. И жаль, я забыл, где подъем этот быстрый, но зато тотем еще один залутаю. Блять. Ну это, конечно, пиздец. Положите тело мертвого друга, блять. А, вот он где. Ну, по идее, логично. Сейчас попробуем. Чекайте, если получится, это охуительно новая механика, которая была добавлена годик назад. Или полгодика назад. Так. Я, кажется, только перевернулся немножечко. Охуеть. Охуеть ты меня несешь, блядь, спортсмен. Куда ты пошел? А я не скачусь же с тобой, или ты думаешь, скачусь? Попробуй. Обидно время просто тратить, слишком дохуя времени на это уходит. Давай, блядь, если сейчас вдруг получится. Блядь, а... Нет, я там остался. Сука. Блять, ну такой срез охуенный был бы. Радует то, что здесь эта хуйня работает, что я могу каким-то волшебным образом обратно съехать. Ну, как варки на автоматическом зиплайне. В натуре, блять. Ну чё, попёрли, блять. Пиздец. Надо было тебя изначально взять. Времени столько проебал, я в ахуе. А вот кто знал, блять. Ну, а чё ж ты не догадался? А там было еще подписано «Удерживайте Е, чтоб подобрать». А я просто в инвентарь к тебе залезал. А, ну, ясен хуй тогда, твои вещи в тебе останутся. Я же, блять, спортсмен, блять. Ну да. Тебя донесу сейчас, если донесу, блять. Камеры этот...
Будиян не ломает, блять. Блять, ночь настает быстро. А я не могу ни побежать, ничего, блять. Главный вопрос будет, как тебя выкинуть нахуй. Но это мы узнаем в конце передач. Да. Это мы узнаем в следующей серии. Не. В этой серии его допиздить надо. Ну, хотя хуй знает. Если слишком большая серия будет, надо будет обрезать. Я вроде правильно иду. Не знаю. По карте, да. Да. Сука, надеюсь, мне кажется, то, что тут рядом кто-то есть. Тебе кажется. Да, кажется, блядь, угорает вон он, мразь, рычит тут. Сука, немножко осталось, я это сделаю. Я хочу ачивку, если она есть. Блять, ебать по воде, я как мамонт иду. Mm-hmm. Сука, как же это тяжело. Смотри, сколько на это уходит труда, блять. Лишь бы, блять, аптека последняя ушла на меня. Так, ну чё? Как тебя выкинуть? На Г? На Е? Как выкинуть тебя, блять? А попробуй взять что-то в руки, кроме меня. О. Ой, что-то происходит. Магия вне Хогвартса. Блядь, что нахуя? Сколько хп? Там 50. О, аптеки есть? Да нет. А, наверное, нет. И что делаем? Нам надо съебывать в дом ближайший. Пошли обратно в тот дом, и там его примем опять. Туда. А, ну да, логично. У меня капкан есть, мы его ща примем. Это последняя ночь для него. Мы его должны сейчас ебашить по максимуму, потому что больше у тебя шанса не будет. И у меня тоже. Ну почему, для меня всегда можешь еще раз принести. Тотемы. Плюс еще я сдохну, у меня аптека последняя. Так, и в какой садимся? Я еще могу пытаться найти аптечки. Можно, а ты тут был? Я, да, был в этой деревне, но не помню. Может, я не все зовут там. Блять, нам надо определить дом. В каком доме будем? Да давай вот, опа, ну вот патроны, да. Давай. Я через окно зашел. А. О, патроны. Так. Вот тут, ебать ты большой особняк выбрал, слушай. Ну, так я же специально. Дверь рабочая, закрываем. Капкан. Капкан у двери есть. Жопу рвать мы готовы. Ищем, что внутри. То, что внутри, может спасти сраку. Блять, я капкан так хуёво поставил. У меня есть патроны на автомат. Ты на втором... О, дай мне патроны на автомат, только по лестнице не спускайся. На максимум. Потому что, мне кажется, капкан тут так багано заработает, потому что он прям близко к лестнице стоит, но и другого... Ух, ебать, варианта не вижу. Дай на автоматик. А, мы на второй этаж не пойдем уже, да? Ебать, ты на автомат отвесил, ему пизда. Ну, да. Блять, вот только когда он будет ломиться, ко мне подойдешь, чтобы он на нас согрелся и попался в капкан, понял? А потом можешь по лестнице съебывать. Ну и через окна, короче, скамим.
мамонта. Последняя ночь. Шестая ночь. Ты там с крыши, чай, что ли, запустил? Индийский чай, да. Соленый чай. Вот я про эту хуйню говорил, страшно, блять. Чай страшно? Нет, уж назад салют падает, блять. Чего падает? О, идет, пидор. Спускайся. А нахуй не спускайся. Потому что он в дверь пойдет. Чтоб он, блять, он капкан за сками. Ебать! Ты чё, ебанутый? Да, я кончил. Меня ж продамажило, дурак. Отойди от двери, ПЖ. Капкан поставил, отойди. Назад, блядь. Ща, на капкан. Он на капкан зайдет, других ходов нет. Он нахуй окно сломал. Он окно открыл одно. Опа, в капкане. Ебашим. А, сука, давай. Ты живой? Да, я живой. Я его добил. Ебать. И я на заднем плане такой. Все, черный нигер выжил, черный нигер победил белого леса. Ай, хорошо, давай заставку смотреть. Давай. Блять, это все? А, ну да, большая заставка. Пиздец. Ну, зато он сдох. Зато сдох. Музыка классная заиграла. Угу. Мы победили. Вот так вот мы с тобой отпиздили лешего, волосатого, страшного. Заскамили мегапитек, так сказать, зафармили с него шкуру, мясо, не первосортное, потому что это мудак только обычное дает. Но вот, без ягодок, без смс регистрации, потому что нахуй он нам нужен. Вот так вот. Ну что я вам хочу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, хотите ли, чтобы мы его убили еще на новой карте. Ну что ж, всем удачи, друзья, всем до скорых встреч и всем пока. Надеюсь, вам понравился данный ролик, всем удачи. Угу, до свидания.